Дмитрий Камбаров ждал своего шанса долго. 2 года выступал в составе молодежки, в прошлом году был приглашен во вторую сборную. И вот, наконец, свершилось. Полузащитник «Спартака» впервые получил вызов в главную команду страны. Нынешний сезон в московском «Спартаке» для Камбарова, несомненно, самый успешный в карьере. Начинал его Дмитрий на привычной для себя позиции левого полузащитника. Неоднократно после его великолепных передач партнеры по команде просто не имели права не забить. Помимо этого, Камбаров сам отправил в ворота соперников красно-белых 6 мячей. В конце 2-го круга Валерий Карпин решился на тактические перестановки и отправил Дмитрия в центр полузащиты. И на этой позиции он не затерялся. Пусть сам больше пока не забивал, зато голевые передачи раздавать продолжает. И в отборе, кстати, действует тоже очень неплохо. Его главные козыри – резкость, скорость, мобильность и цепкость. Как их будет использовать адвокат и на какой позиции главный тренер видит футболиста «Спартака» – пока вопрос. Сам голландец перед игрой сказал, что, возможно, Дмитрий сыграет левого защитника. Вообще, для Камбарова приглашение в сборную – своего рода аванс на будущее. Все-таки сейчас вытеснить из стартового состава кого-то из полузащитников «Зенита» ему будет довольно сложно. Так же, как и Юрия Жиркова с места левого защитника. Впрочем, все в руках Дмитрия. Желаем удачного дебюта. Удачи Дмитрию Камбарову.